столице Малайзии Куала-Лумпуре продолжается начавшаяся в субботу крупная акция протеста с требованием отставки премьер-министра страны Наджиб Разака, сообщает агентство Associated Press. По информации агентства, первый день демонстрации прошел мирно. Протестующие разбили лагерь и ночевали на месте проведения акции. Бывший премьер-министр страны Махатхир Мохамад, ранее требовавший отставки Разака, посетил демонстрацию вечером субботы вместе с женой. Он выказал свою поддержку участникам протеста и призвал их продолжать акцию. В субботу тысячи протестующих, одетых в желтые футболки, вышли на демонстрацию в столице Малайзии с требованием отставки премьер-министра страны Наджиб Разака. По информации агентства, власти объявили демонстрацию незаконной, заблокировали сайт организаторов акции и запретили желтую символику и логотип Берсич, коалиции неправительственных организаций за справедливые выборы, координирующие протесты. В июле стало известно, что премьер получил около 700 миллионов долларов на свой личный счет от организаций, связанных с государственным фондом 1МДБ. Премьер утверждает, что полученные деньги являются пожертвованием от государств Ближнего Востока. Разак ранее отправил в отставку своего заместителя и четырех других членов кабинета министров, принадлежащих к оппозиции, а также генерального прокурора, расследующего его дело.